неделю назад, выезжая из города Магнитогорска, вот по этой дороге, шоссе Дачное, я и не думал, что для меня откроется истина российская, что в стране только один вот такой город, в котором есть кризис, что оказывается в городе с населением 60 тысяч человек есть только одно градообразующее предприятие, на котором работает 400 человек, и этот город умирать не собирается, на партию власти не молится, а живет хорошо и даже в Казань перебраться не хотит. Это я про Чистополь и про завод Битар. Вот. Что оказывается, не обязательно сохранять историческую ценность Казани, то же самое, можно просто полностью перекроить. Да, и неделю назад я не думал, что по возвращении, а вернулся 2 дня назад, в горах будет лежать снег. Там он лежит. Поэтому, ребятки, очень срочно все-таки переобувайтесь. Потому как, ну, мало того, что баранов на улице хватает, и минимум 4 уже ДТП в день, которые я наблюдаю, это норма. ДТП в тот момент, когда выпадет снег, будет больше. А все надо делать вовремя. И, к примеру, здесь, вовремя поменяв резину, вы себя обезопасьте от таких вот эксцессов судьбы. И мы не создаем конкуренцию сервисам от дилеров. Они под другое заточены. Они заточены под ответственную и, соответственно, дорогую работу по обслуживанию гарантийных машин. Но парк гарантийных автомобилей в городе – это всего лишь 5%. А затем люди не хотят переплачивать. И вот для них эти пункты-то и открыты. Пункты по замене рабочей жидкости и шиномонтажу. Репортаж, как говорится, весьма кстати. Мы спустились с Уральских гор, а там уже снег. Что делать будем? Я предлагаю, уже пора начинать готовиться к зиме. Зима все-таки как-никак за горами, не за горами. У нас, как всегда, в принципе, для всех наших клиентов уже все подготовлено. Есть ли у вас дешевая, доступная резина, которую еще и говорят, можно по интернету заказать? Мы привезли достаточно большой ассортимент, опять же, на все отечественные автомобили, как правило. То есть у нас большой ассортимент шины зимней. Хотелось бы отметить, что именно зимняя шина у нас по оптовой цене. То есть некоторые позиции шин у нас даже дешевле, чем на базаре. Поэтому выгодно обращаться именно к нам. Ну а масло поменять как у вас можно? Масло, как всегда, у нас при приобретении нашего масла замена у нас идет бесплатная, поэтому добро пожаловать. Ассортимент масел у нас неизменный, порядка 10 сортов разливного масла всегда в наличии. Ну давайте перечислим ваши фирменные посты. Один из них вот здесь, на Дачной. Да, то есть у нас сейчас несколько постов, уже можно сказать, что это сеть. Два поста – это фирменные посты Castrol, и два поста – это фирменные посты масла Shell. То есть один находится здесь вот у нас на шоссе Дачном, а второй пост находится у нас пересечение Советской и Советской армии напротив конторы Шпарфовой. Третий пост у нас находится в Старой Магнитке, прямо рядом с проспектом Ленина. Ну, если быть точным, адрес Салата Илаева, 16. И четвертый, самый новый пост, это тоже пост фирмы Shell. Мы открыли ГСК «Сиреневый», городостроительный кооператив «Сиреневый». Ну, то есть это район Коробова, то есть для спальных районов. В основном сервисы работают до 6 часов. Но народ тут у нас ленивый, не хочет последнего клиента брать. Вы как к последнему клиенту относитесь? Мы работаем без выходных каждый день с 9 до 9 часов. Плюс, если у нас будет шиномонтажный сезон, мы планируем работать круглосуточно, то есть до последнего клиента. А еще это мини-магазин с необходимым ассортиментом доступного масла и автомобильной резины. Причем упор сделан именно на готовых комплектах для народных автомобилей, для которых легкосплав – это не кич, так как безопасность, она и на штамповках безопасность, но дешевле. Тема особенно актуальна для жителей сытой и спокойной Башкирии, жители которой приезжают в Магнитку как на заработки, так и для выходного шопинга. То есть удобно, приезжая со стороны озера Соленого, причем со всех направлений, а это и Сибай, и Аскарова, и Белорецк, благо идеальная комбинатовская объездная позволяет это сделать, резину и диски с собой не берем и просто переобуваемся за 10 минут. Ну а если все-таки ажиотаж, то вы всю информацию слышали. То, что радует, то, что сеть развивается, да? Шоссе Дачное, проспект Ленина, там вот надо заехать немножко. Вот, бульвар Сиреневый и пересечение вот этот вот дивный
Трикрёсток советской армии, советская и там доменщиков. Вот где находятся пункты по экспресс-замене масла и шиномонтажу. То есть в тот момент, когда белые мухи полетят, а будет это, наверное, в ближайшее время, вы знаете точно, куда поехать поменять масло или переобуться. Ну, последнее пока актуальнее. Масло поменять опять же здесь же, потому что все фирменные бренды здесь, ну, по такой очень веселой и недорогой цене.